Колите. Только так, чтобы не расстроился король. Подержите шпагу. Давайте. Я весь горю от счастья. Опа! Ты чё, Варда? Да! Ты делал в Лионе? В Лионе? В Лионе мне давали сирец. Сирец. Это ты уже рассказывал. Дальше. Рассказываю дальше. Мы с Панургом. Нет, с моим другом. Ты наливай пока. Мы должны были исповедовать одного... Пьяница, продолжай. Я захожу к нему, к этому, и говорю, ты покайся. Ты, мерзопакостнейший приспешник ереси. Я говорю, отдай мне эти... Я говорю, отдай мне змей, эти гугенотские грамоты, что лежат у тебя под матрацем. Он тебе их отдал? То есть нет. Так да или нет? Он отдал, но не мне. А кому? Он отдал их моему другу. Правда, перед этим ему, моему другу, пришлось воткнуть глотку этому еноту шпагу. Как зовут твоего друга? Простите, вы кого имеете в виду? Как его зовут? Как зовут твоего друга? А, ну, Леш, скажу. На, подавись, скотина. Больше так не скажу. Бездомная бочка. Как зовут твоего друга? Как зовут твоего друга? Говори, иначе я проткну твое жирное пузо. Ну, дай допить-то спокойно. Имя! Ты говори... Пожар! Люди, пожар! Спасайся! Пожар! Пожар! Ты по-прежнему готов за кувшин вина продать своего господина. Твой кошелек, а ты передаешь своего господина. Цикот, ты несправедлив ко мне. Я несправедлив? Ты выбалтываешь мои секреты и говоришь, что я несправедлив к тебе. Вы пользуетесь тем, что я немножечко нетрезвый. Что? Скотина. А что иначе ты бы отлупил меня, своего друга? Ну какой ты мне друг, когда ты меня всего избил? Какой ты мне друг? А что, прикажешь целовать тебя? Уж лучше так.
Сволочь. Поехали. Как я поеду, когда слезы застилают мне глаза? Чего? Я не вижу ничего. Зато я вижу. А я не вижу и слышу хуже. Помолчи. Господи, что это? Что случилось с нашим медным? Нашему другу пора отдохнуть. Ну-ка, живо. Аккуратнее. Идите. Случилась страшная беда. Наш друг поссорился с посланцем Германии.